В прошлом году между Минпросом и Всероссийским детским центром «Смена» было подписано соглашение, в рамках которого у абхазских школьников появилась возможность участвовать в различных мероприятиях за пределами нашей страны. Одним из таких мероприятий стал просветительский проект «Смена вдохновения». Участники познакомятся с основами импакт-предпринимательства, а также сами примут участие в создании импакт-проекта. Речь идет о проектах, которые решают важные социальные или экологические проекты. На основании общего конкурсного отбора организаторы мероприятия пригласили к участию 20 граждан из Абхазии от 14 до 17 лет. Если отборочный тур проходил в онлайн формате, то финал будет проходить в очном. Дети с 6 по 19 марта будут отправлены в Анапу, где они в течение 2 недель пройдут образовательные мероприятия, которые проводятся программы в смене. Кроме того, Россотрудничество при поддержке Министерства просвещения нашей страны проводит ежегодный международный конкурс юных чтецов «Живая классика». Это соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. По результатам республиканского отборочного этапа, который пройдет 1 марта в Сухуми, победители приглашаются в международный детский лагерь «Артек». Финал будет проходить в Международном детском центре «Артек». Имеют возможность с каждого района представители участвовать по 3 человека, это от 14 до 20 лет. То есть также финалисты проходят, например, скажем, в Анапе, то суперфинал будет проходить в Санкт-Петербурге, куда также будут дети отправлены, которые проявят себя. Министерством просвещения Абхазии и Московским государственным институтом культуры проводится международная олимпиада «Креативный код». Мероприятие проводится впервые при поддержке Минкульта Российской Федерации. Олимпиада объединяет такие направления, как культурология, дизайн, декоративно-прикладное искусство, хореография, социально-культурная деятельность, режиссура театрализованных представлений. Проявившиеся себя дети будут иметь возможность поступить бесплатно по линии Россотрудничества по квоте этой магистратуры и бакалавриат. Еще один совместный проект Министерства просвещения Абхазии и Россотрудничества – республиканский конкурс творческих работ среди учащихся общеобразовательных школ Абхазии в возрасте от 14 до 18 лет. Конкурс проводится в целях стимулирования интереса школьников к изучению своей страны в контексте абхазо-русского историко-культурного наследия, воспитания у школьников уважения к традициям. Каждый школьник имеет возможность рассказать про свою улицу, про свой край, про свою родину. То есть и самые лучшие работы также будут выбраны, и также будут призовые места и так далее. То есть на данном этапе проводится много мероприятий, и планируется еще больше мероприятий, куда, конечно же, Министерство просвещения будет заинтересовано отправлять, и чтобы школьники принимали участие и проявляли себя. Для участия в конкурсе до 25 марта необходимо направить творческую работу на электронную почту конкурса, которую вы сейчас видите на экране. Также подробную информацию о вышеперечисленных мероприятиях и олимпиадах можно узнать на официальном сайте Министерства просвещения Абхазии и Россотрудничества. Лаура Капшнар, Соцулукия, Абхазское телевидение.